Программа «Экстренный вызов» выходит при поддержке охранного агентства «Сигма-С». В прямом эфире программа «Экстренный вызов» о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров. Здравствуйте. 4 человека погибли в страшном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Шымкент-Арысь в Туркестанской области близ населенного пункта Бадам. Согласно данным департамента полиции Туркестанской области, в результате ДТП на месте происшествия погибли 3 человека. Мужчина – пассажир ВАЗа и 2 женщины – пассажирки Мазды. Еще 5 человек увезли в карете скорой помощи в больницу. К сожалению, один из них погиб по дороге в больницу. На месте происшествия работают дознаватели Ардабасинского районного отдела полиции и департамента полиции Туркестанской области. Жалпы негізі сол Бадам территориясынан болған жол-көлік оқиғасынан. С места происшествия нам доставили только 3 пострадавших. У одного была констатирована биологическая смерть. 2 пострадавших 1980 и 1960 годов рождения помещены в реанимационное отделение с различными травмами головы и переломами. Одного прооперировали, у него был разрыв печени и селезенки. Состояние у обоих стабильно тяжелое. У одного из пациентов множественные переломы костей и ребра. У второго переломы ноги. После выведения их из шокового состояния переведем в отделение травматологии. Очередное ДТП, унесшее жизнь годовалого ребенка, произошло в жилом массиве Мартобе города Шымкент. На трассе Жебек-Жола легковой автомобиль Toyota 50-й модели столкнулся с многотонным экскаватором. Момент столкновения попал на камеру наблюдения одного из магазинов. На кадрах отчетливо видно, как машинист трактора приступает к повороту влево с крайней правой полосы. Мчавшийся на скорости водитель Toyota не успел ничего предпринять. Произошло сильное столкновение. Двери легковушки заклинило. Водителя и 3 его пассажиров прижало в салоне сильно деформированного авто. Невольные свидетели ДТП поспешили на помощь и приняли попытки вытащить пострадавших. К сожалению, на месте скончался годовалый ребенок, находившийся в автомобиле. Водители и остальные пассажиры, включая мать ребенка, с различными травмами были доставлены в больницу. Ведется следствие. В Шымкенте водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия. ДТП произошло по улице Байтурсынова ближе к 11 часам вечера. Автомобиль «Мерседес» под управлением 21-летнего парня сбил пешехода. Водитель вместо того, чтобы оказать первую помощь, скрылся с места. 41-летний пешеход получил различные травмы и был немедленно доставлен в первую городскую больницу. К месту наезда были вызваны полицейские. Несколько минут спустя виновника к месту привел его отец, который сообщил, что его сын, испугавшись, покинул место ДТП и готов понести наказание. Стоит отметить, что пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода, хотя в 15 метрах находится регулируемый перекресток. Прибывшие полицейские выясняют точные детали происшествия. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидец громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданное, резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться? Пишите, отправляйте фото и видео на WhatsApp номер редакции. +7 701 730 57 53. Экстренный вызов обязательно поможет. Мы на связи 24 часа. Охранное агентство «Сигма-С» оказывает услуги по круглосуточной охране объектов бизнеса. Гарантируем полную безопасность и надежность. Город Шымкент, бульвар Кунаева, 38.